Привет, меня зовут Александр Емелин. Я преподаю открытый курс по Python в рамках проекта Технопарк. Когда-то, 6 лет назад, я пришел в Mail.ru на стажировку, и мне сказали, ты будешь программировать на Python. Я подумал, почему бы и нет, и с тех пор мне ни разу не пришлось пожалеть об этом. Python — это простой и выразительный язык с динамической типизацией, вокруг которого за годы его существования сложились невероятные по своим масштабам экосистема и огромное сообщество. Конечно, это не могло остаться незамеченным, и сейчас Python повсюду. В большинстве сфер IT-разработки, в науке. Свое трепетное отношение к языку, понимание некоторых особенностей, тонкостей хотелось бы передать молодым программистам. Наши лекции мы готовим таким образом, как хотели бы, чтобы их читали нам, обращая внимание и делая упор не только на языковых конструкциях и возможностях языка, но и на проектирование приложений в целом. Привет, меня зовут Джебрак Александр, и я преподаватель курса программирования на Python. Главное отличие нашего курса от большинства – это то, что он максимально ориентирован на практику и реальные задачи. Помимо того, что мы с вами научимся писать хороший код, мы также с вами разберем процесс разработки приложения и его инфраструктуру. Наши лекции охватывают весь спектр работы с языком – от интернета и баз данных до машинного обучения. В самом начале курса студенты объединяются в небольшие группы и на протяжении семестра работают над итоговым проектом. Этот итоговый проект и презентуется в итоге на финальном экзамене. По окончании курса вы получите достаточное количество знаний, чтобы успешно пройти стажировку в Mail.ru.